Уфа стала первым городом, в котором был создан Центр общественной безопасности. Сообщил журналистам Сергей Хох на пресс-конференции в администрации города. Цель создания – это профилактика правонарушений, в том числе и основная наша задача среди несовершеннолетних. Мониторинг правил благоустройства и санитарного состояния на территории города. Участие в оповещении населения, обеспечении общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера и оказание содействия правоохранительным органам при выполнении возложенных на них обязанностей. Центр никаким образом не подменяет полицию. Мы выполняем свои функции. Коллектив 286 человек. В 7 районах нашего города есть подразделение этого Центра общественной безопасности. По словам Александра Овчинникова, основное направление деятельности центра – работа с несовершеннолетними. На учете в ВДН города состоит более 800 подростков. На внутришкольном учете образовательных учреждений – более 1300 несовершеннолетних. Мы занимаемся профилактикой тех, кто состоит на учете в полиции, и тех, которые состоят на учетах в школах. Первоначальная работа с теми мелкими хулиганчиками, которые не стоят и не подходят по закону на постановку учет в системе полиции, основная работа проводится на сегодняшний день нами. В течение года около 30 подростков сняли с учета. Это говорит о хорошей динамике. На сегодняшний день все то, что когда-то ушло из полиции, оно все как бы легло на нас. И я считаю, вот эта вот совместная работа с такими организациями, как МВД по Республике Башкортостан, также с ГУФСИНом, с другими субъектами профилактики, дает положительные результаты. На сегодняшний день мы все ждем и ожидаем, что уже в первом чтении в Государственной Думе закон о профилактике он уже прошел. И там уже будет более четче расписано все то, что касается профилактики.